Більше про це будівництво нам розкаже головний архітектор Сум Володимир Биков. Я вас вітаю. Володимире Борисовичу, скажіть, будь ласка, чим ви мотивувалися, підписуючи дозвіл на будівництво цієї багатоповерхівки? Ну, я сразу скажу, предупредить, что на сегодняшний день главный архитектор не подписывает дозвіл, а по сути дела мы даем материалы на проектирование, занимаемся определением умов и обмежень, где включаем все эти необходимые условия. Дозвіл сегодня, в общем-то, остается за приоритет Державного архитектурно-будівельного контроля. Поэтому на сегодняшний день про эту площадку я знаю, помню, и город о ней, наверное, уже не первый раз слышит. С 2003 года на этой территории находилась целая плеяда так или группа зданий нежилого призначения, это торфосклад, где-то 4 таких объекта были, которые, по сути дела, были приобретены в частную собственность компании «Экоиксим», и которые, в общем-то, с 2003 года, пройдя градостроительный совет, на то время практика была, пройдя земельную комиссию и получив соответствующие выставки, получила решение на целевую замену земельной делянки и ее перевод именно в строительство многоквартирного жилого дома. Чому будівництво все ж відновилося? Ну, на сегодняшний день «Экоиксим» появился новый власник. Вот, появилось новое видение строительства, была изучена предыдущая практика самого объекта, увидели, что были какие-то технические проблемы. Я думаю, что это уже связано лишь только именно с именно хозяином этого предприятия, но не сколько с градостроительными проблемами или какими-то ситуациями. Яка все ж таки подальша доля цього об'єкту? Ну, вы знаете, если объект строится на протяжении 10-13 лет, то, в общем-то, я за то, чтобы эти объекты все-таки не превращались в мертвые котлованы, свалку мусора, и все-таки намеченные и получившие в свое время, я подчеркиваю, получившие в 2003, 2005, 2006 году предварительные погоджения именно и градостроительного совета, и соответствующих служб, объект вырос на этой территории. Поэтому я за то, чтобы он строился. Я помню, что первый был такой достаточно публичный момент о том, что при подготовке земляных работ были найдены останки. Вот. И определяли и службы археологические, и управление архитектуры, были проведены определенные виды работ, были собраны все останки. Наши историки, краеведы начали спорить какого-то периода, довоенного, 38-й, послевоенный. То есть такие моменты были, в общем-то, проведены определенные работы. Предприятие это на себя брало обязательства сделать пересохранение, поставить, принять участие в строительстве какого-то мемориального комплекса или памятника, посвященного этому периоду. Они до этого и не отказываются, и сегодня. Поэтому, в общем-то, изменилось, может быть, архитектурное решение, но не сколько градостроительное. Добре. Дякую вам, что завітали до нашей студии. А мы продолжаем наш выпуск новин.